3 бронзы. Спортсмены из Новочебоксарска достойно выступили на 10-м всероссийском турнире по тхэквондо «Золотая искра». Черед. Кина. Путь руки и ноги – буквальный перевод тхэквондо. Тренировки без оружия, специальные удары и прыжки – так выглядит корейское боевое искусство, возникшее более 2000 лет назад. В столице Чувашии этим видом спорта занимаются уже давно. Тхэквондо – это очень популярный вид спорта во всем мире. К тому же это олимпийский вид спорта. Очень он полезен для укрепления здоровья, для всех, для гармоничного развития. А у нас появилась хорошая материальная база. Здесь мы можем хорошо их готовить, подготавливать этих спортсменов, выявлять лучших и сильнейших спортсменов в Чувашской республике. 19 лучших тхэквондистов нашей республики 2 дня боролись за чемпионство. Конкуренция была жесткой. В турнире участвовало более 800 спортсменов из 27 регионов России. В итоге нашим тхэквондистам удалось заработать 3 бронзовые медали. Одна из них принадлежит Владимиру Пуденькову. Кстати, всего в копилке спортсмена уже 24 награды. Это было очень крупное соревнование. Мне понравились эти соревнования. Там было много спортсменов. Они все были техничные. Было, конечно, трудно. Сейчас у Академии тхэквондо появился новый спортзал, и здесь ждут будущих спортсменов. Сильнейшие снова поедут на соревнования, тем более, что через 2 месяца в начале февраля в Новочебоксарске пройдет первенство России среди юниоров. Лучшие из них попадут в сборную нашей страны, которая поедет на юношеские Олимпийские игры по тхэквондо. Юлия Важенина, Арина Гавелян, Республика.